Полтора года назад я об этой операции говорил с чисто теоретической точки зрения. На данный момент у меня есть 4 пациента прооперированных, и все 4 раза я делал по-разному. Результаты получил одинаковые, что самое забавное. Поэтому определиться сейчас с тем, как нужно делать эту операцию, в какой форме она будет приносить пациентам наибольшее облегчение, ну, насчет этого я определиться пока не могу. Пока, на данный момент, 4 разных способа дали примерно 4 одинаковых результата, клинические, по крайней мере, клинические. Итак, давайте-ка немножечко вспомним, или кто не знал, надеюсь, узнает, что же из себя представляет сплазия тазобедренного сустава, почему ей так много уделяется внимание вообще в отдельной ортопедии. Что же это за болезнь? Абсолютно простое определение, ничего заумного тут нет. Дисплазия ПБС – это аномальное развитие тазобедренного сустава. Все, ничего другого тут нет. Был сустав при рождении нормальный, в процессе роста, развития, формирования сустава мы получили какое-то отклонение в его развитии. Значит, мы получили дисплазию тазобедренного сустава. Важный момент, что при рождении этого животного никаких аномалий сустава тазобедренного не выявляется. И чтобы было понятно, о чем идет речь, я покажу вот этот слайд, чтобы было понятно, что это не дисплазия тазобедренного сустава, это врожденное отсутствие головки бедра. И это не дисплазия. То есть нечему было формироваться изначально. Собачка родилась, головки у нее нет. С одной стороны есть, с другой нет. Так вот это не дисплазия. На этом суставе дисплазия, может быть, и разовьется из-за повышенной нагрузки или еще из-за каких-то там внешних факторов. А вот в этом она ее не было и никогда не будет. У нее нет просто сустава. То есть то, что не является аномалией развития, то, по сути, не является дисплазией. Это врожденное, нормальное, врожденное отсутствие. Значит, что это такое вообще за болезнь? Чтобы иметь общее представление и развеять некоторые мифы и правильные рассуждения. То есть то, что это очень распространенная ортопедическая патология, знают, наверное, все, в том числе и владельцы, и если речь заходит о дисплазии концеплевания, то 9 из 10 владельцев и, наверное, 8 из 10 врачей сразу вспомнят о тазобедренном суставе. Это, конечно же, не так, дисплазия – это аномальное развитие чего-то. Может быть, дисплазия сетчатки, может быть, дисплазия там, слизистой оболочки кишечника, допустим. Тоже будет дисплазия. Дисплазия сам по себе термин не уникален для тазобедренного сустава или для какого-либо другого. Вот дисплазия как раз тазобедренного сустава почему-то получил такой наиболее термин, вернее, так скажем, получил наибольшую известность. Если говорить дисплазия, почему-то подразумевает тазобедренный сустав в первую очередь. Нет какого-то единственного фактора, который бы приводил к развитию этой патологии. То есть это мультифакторная патология, есть очень много нюансов, очень много моментов, которые влияют, проявится ли дисплазия, если аномалия развития этого сустава сейчас, как говорили, в будущем. Учесть все факторы мы не можем, но на какие-то повлияют на слабого состояния. Наследственна ли эта патология? Да, конечно, есть определенные гены. Исследования генетической структуры этой болезни. И определено, что процент наследования этой болезни от 0,6 до 0,6. 0,6 – это максимальная вероятность проявления этого заболевания. У некоторых пород собак, например, это касается лабрадора, ретривера. Это все вот эта группа собак, у которых вероятность того, что проблема проявится при наличии плохих генов, она достаточно велика. 0,6 – это примерно 60% зависит. 100%, как вы видите, нет ни у кого. То есть даже самая высокая предрасположенность генетическая – это 60%. Иначе говоря, у собаки с достоверными проблемными генами от больных родителей в нескольких поколений вероятность проявления болезни все же не 100%, а только 60%. А у многих пород и того меньше 20%, и того меньше. Говорить о том, что только лишь наследование дает картину этой болезни, абсолютно неверно. Коррекция породных линий, конечно же, должна проводиться, чтобы убрать даже вот этот минимальный вклад 20%. Но, тем не менее, очень много зависит от того, как животное росло, развивалось, в каких условиях выращивалось уже после рождения.
что у нас дисплазии не устраивает, что мы такое в ней находим, что, как же это, так, надо ли нам ее вообще лечить. Ну, в целом, самое плохое и неприятное в аномальном развитии сустава, это то, что в суставе появляется аномальная подвижность. Иначе говоря, каждая структура в организме, неважно, сустав или мышца, она предназначена для выполнения какой-то одной цели. И ее функция должна лежать вот в этом допустимом диапазоне. Если мы получим из чего бы то ни было, там, травма, не травма, неважно, чрезмерное или недостаточное функционирование этого органа, мы получим проблемы. Касательно суставов, в первую очередь, это касается амплитуды движения или диапазона движения в суставе. Если подвижность в суставе выходит за пределы этого безопасного, скажем, диапазона, то мы получим ту или иную проблему. Что происходит в тазобедренном суставе? Вот такая аномальная подвижность, избыточная подвижность приводит к постепенному разрушению самого сустава путем подвыха и или в будущем может развиться полный и вывих сустава тазобедренного, что, по сути говоря, утратит сустава как органа. Чем же неприятным сопровождается? Помимо нестабильности сустава, которая может быть абсолютно безболезненной, или даже большинство животных сама по себе нестабильность никак не провоцируется, никаким образом внешне не проявляется, так вот, запускает механизм хронического остеоартрита. Опять же, хронический остеартрит не болезненного локального сустава, это болезнь организма в целом, отражается на многих функциях, непосредственно в самом суставе этот процесс протекает наиболее ярко и подается какой-то клинической картине, корректировке в том числе. И поскольку мы в данной патологии имеем проблему именно с развитием, мы не можем исправить развитие сустава никак, мы имеем девосхронический процесс. И поскольку болезнь носит хронический характер и развитие сустава носит длительный период, хроническая нестабильность приводит к хроническому воспалению. А уже это как раз и обуславливает боль, невозможность двигаться. И с какого-то момента времени, поскольку остеоартрит эта штука тоже такая абсолютно нелинейная, она может протекать с разной скоростью и имеет много-много стадий, то в какой-то момент времени, и это индивидуально для конкретного пациента, и даже нельзя говорить о какой-то породе двух щенков с сплазией тазобедренного сустава из одного помета с одинаковой степенью подвижности, развитие остеоартрита может быть абсолютно индивидуально. И у кого-то он в минимальной степени будет находиться долгие годы, если собака к этому привыкает, это хроническая боль, то у второй собаки ровно с такой же проблемой, в той же выраженности остеоартрит протекает очень, может быть, очень быстро, и пройти все стадии своего развития будет последний тяжелый в считанные месяцы, это вот как бы то, что он там идет, это понятно, но с какой скоростью он будет идти, никому неизвестно. Это непредсказуемо, к сожалению. Я не знаю. 10 собак ты не знаешь, как будет это у 11. Значит, как это клинически проявляется? Ну, это, собственно, то, с какими жалобами могут к нам прийти владельцы, или то, на что мы можем сами обратить внимание, как даже в том случае, если жалобы владельца нет. Но, конечно, помним о том, что никакого соответствия изображения клиническому проявлению нет, об этом никогда нельзя забывать, и судить о дисплазии по снимкам рентгеновским, по степени тяжести дисплазии применительно к лечению таких пациентов вообще не стоит. Абсолютно. Большая ошибка и глупость. Вот. А то, что волнует владельцев в первую очередь, конечно, жалобы на слабость конечностей, как они говорят. Конечно, термин нельзя говорить детали, потому что никто не проверял, насколько они были сильными и насколько они сейчас стали слабыми, об этом никто не знает. Но они говорят, что как-то нам кажется, что она что-то не туда как-то. Что-то она больше может быть на передние лапы. Описывают вот такие вот. Это какая-то ненормальность движения, но тут тоже большинство владельцев не в состоянии заметить, что эти движения какие-то не такие. Чаще всего это происходит после того, как щенка сводит куда-то на выставку, посмотрит какой-нибудь кинолог, у которого глаз наметан, который знает, как должна эта порода двигаться в общем, и есть какие-то.
какие-то отличия в движении данной конкретной собаки, он говорит владельцу: слушайте, вы понимаете, у вас щеночек, наверное, может быть что-то не то, как-то странно ходит. Может такое быть, и иногда это выявляется только во время осмотра, когда просишь провести животное по коридору там, или по улице, по пройдет, понимаешь, что у него короче шаг, что он не нагружает там, конкретную лапу в полном объеме, что это вызывает при движении определенным аллюром какой-то дискомфорт. Медленно это идет хорошо, а быстро нет, когда начинает проскакивать, перескакивать через лапу. То есть какие-то аномалии диеты, аномалии движения мы можем видеть внешне. Специалисту это проще увидеть, чем владельцу. И то, что, на что владельцы обращают внимание, и с жалобы, которые от них слышно чаще всего, это боль. Это на собаку тяжело встает, она вскрикивает, она отказывается по лестнице подниматься, она там упала и на улице, и пытаюсь ее поднять, она закричала. Это вот жалоба владельца, это на рентген. Они могут не знать, что это надо делать, и у них может не быть, может и быть, это вообще не имеет значения. Слабость тазовой конечности, это им можно кто-то сказать, сами они не всегда замечают, более-менее, хотя ненормальное движение большинство не знаем, если не имели дело с этой породой раньше, а боль, да, это такой явный клинический признак. Ну и хромота, когда животное абсолютно не в той или иной степени, до той степени, когда животное не может познаться лапой полностью, то тогда оно уже проявляется более ярко, но тут тоже нужно понимать, что эта сквозная суставов, она часто не односторонняя, она чаще даже билатеральная, а, по крайней мере, контрлатеральный сустав тоже будет поражен. Очень часто она носит, едва ли не системный характер, то бишь при поражении суставов конечностей тазовых крайне высокий риск аномалии развития еще и суставов передней конечности. В разы больше собака с тяжелой дисплазией ТБС очень высокой вероятностью будет иметь дисплазию локтевых суставов. А вот выявить хромоту у собаки, у которой болят все четыре лапы, это очень сложно. Это очень сложно. В начальной стадии хромоты, будь у нее больная одна лапа, она бы ее берегла, и мы это видели. А когда болит все, демонстрирует собака, это достаточно неохота, так скажем. То есть уже обследование клиническое только помогает более-менее уточнить диагноз. Так что боль – это основное, на что стоит опираться, если владелец, лучше хромота, далеко, далеко не всегда. Как мы будем обследовать этот задавленный сустав и когда это надо делать? Как? Конечно, клинический осмотр – это имеет едва ли не важнейшее значение при обследовании таких животных. Это молодые щенки, как правило, потому что их вообще первый приход в клинику, проявляют те или иные эмоции, нужно проявить определенное терпение, для этого может собака успокоиться, освоиться, чтобы она могла пройтись, пробежаться и адекватно относилась к нашим манипуляциям, чтобы мы могли понять, реагирует ли это она так со страхом, испугом, или это связано с какой-то проблемой. Это, конечно же, рентгенологическое обследование, поскольку животное пришло в клинику, рентгенологическое обследование уже сделано. Конечно же, что касается обследования там здоровья суставов, исследование должно проводиться под седацией. Это не прихоть какая-то, не зависит от того, какой темперамент у животного. То есть какие-то проблемы там, у нее с психикой агрессивная, или это флегматичная подушка, там, которую можно выкрепить, это от этого не зависит. Это должно быть сделано по определенному протоколу, то есть седация необходима. В каком возрасте? Тут тоже возникает достаточно интересный вопрос, потому что ответ на него зачастую лежит за гранью разумного. А грань разумного проходит по границе 4 месяца. Это вот тогда, когда мы можем с очень высокой степенью достоверности говорить о том, что дисплазия заведомого сустава у собаки в будущем проявляется. Мы не можем никак сказать, в какой степени она будет. Мы не можем сказать, как будет развиваться воспаление у сустава. Но с крайне высокой степенью вероятности обследование 4 месяца у собаки крупной породы показывает выраженную межпородочную дисплазию и наличие определенных аномалий в суставе. Что мы можем проверить в этом возрасте? Что является, так скажем, решающим
том или ином случае, когда мы принимаем решение лечить эту собаку или не лечить эту проблему будущего или нет. Мы обязаны проверить без седации на конкретном животном месте уже в 4-месячном возрасте, проверяя опороспособность, поднимая каждую лапу, проверяя длину шага, замеряя, если есть возможность проверки на каких-то панелях сенсорных, которые будут регистрировать время, силу нажатия, это вообще оптимально. Мы обязаны проверить диапазон движения. Во всем диапазоне, нормально, естественно, диапазон движения, сустав забега должен быть безболезненным. То есть собака не должна демонстрировать никаких признаков беспокойства. Это без седации проверяется, конечно же, никакой проверки диапазона под седацией тут не проводится, совсем не то. Наличие отсутствия боли. Спящая собака не покажет болезнь. Седация. В 4-месячном возрасте мы проводим тест Арталая. Ну, будет еще на сегодня доклад на тему диплазиоэкзобенных суставов. Там посмотрите непосредственно ролик, видеоролик, как это проводится. Я вам сейчас небольшую схему покажу, чтобы не было разбития одного и того же полезного доклада. Схематически этот тест выглядит следующим образом. Это тест на проверку на аномальную подвижность. В 3-месячном возрасте этот тест может положить на здоровый собаку. В 4-месячном возрасте наличие положительного теста артрогальной является признаком патологической подвижности и высокопереносной подвижности дисплазии. Вот это та методика, которую пользуюсь я, естественно, под седацией должны быть расслаблены мышцы. Мы стремимся к выгнуть головку бедра, которую мы будем отдавливать на колено, придерживая кости таза таким вот образом. Достаточно простой тест, абсолютно безболезненный, собака не реагирует на него никак, потому что даже спит. Иногда можно без седации выявить, это не болезнь. Но классический ребенок присутствует седацию, конечно, делает так надо. Молодые собаки там не будут еще и пункта фиброза ткани. И если сустав нестабильный, то вывихивается достаточно легко, отчетливо можем это все проверить. Ну, второй вариант этого теста, когда живот лежит на спине, ровно так же давит на колено, но схематическое изображение этого теста не так. При надавливании на колено сустава бедра выходит из впадины, при отведении бедра в сторону, не снимая давление головок, вставляется голова. Это ощущается четко, как щелчок. Не снимая давление, пытаемся опять отвести и опять вывихиваться. Все это очень хорошо чувствуется. Легко. Ролик посмотрите, все вопросы отпадут. Все это достаточно легко. На снимке в 4 месяца мы ничего подобного не увидим. Мы можем вообще не видеть никаких изменений на рентгене, даже скорее всего так и будет. Даже у той собаки, у которой там через месяц будет вывихнут забедренный сустав, в 4 месяца может быть еще все вполне прилично. Почему это так? Потому что на снимке рентгеновском мы видим в первую очередь вторичные изменения. Вторичные изменения в 4-месячном возрасте развиться еще просто не успевают. Они могут быть в 5, они могут быть в 6 месяцев, они тем более будут, когда собака вырастет. Но в крайне раннем возрасте вес тела достаточно мал, изменения в суставе только-только начали проявляться, у собаки еще может не быть даже ни малейшей боли. Соответственно, никаких изменений на снимке, скорее всего, мы не найдем. Поэтому в 4-месячном возрасте, если снимки не стоит делать, то только лишь для фиксации состояния суставов на этот момент, на каком-то носитель документально, чтобы мы понимали, как этот процесс потом в дальнейшем развивается, если нам потребуется делать что-то в будущем. Искать на снимке изменений не стоит, это будет неправильно. Разное совершенно состояние может быть суставов, одинаково весит, одинаково ходит, болит может сильнее любой из этих суставов, может сильнее болеть левый, может сильнее болеть правый, тут мы не можем ничего по этому поводу сказать, но состояние края в паре может быть абсолютно разным в двух суставах. Значит, определение степени дисплазии никого, на чем уже сломано многие годы в логопеде, не имеет, по сути, для врача-клинициста никакой разницы, по сути, для лечения молодых животных. Определение степени дисплазии, в общем, для тех, кто потом будет их разводить и так далее. И для нас проблемой является боль, хромота, а не степень дисплазии. А собака может хромать абсолютно одинаково при абсолютно разных степенях.
для выбора метода лечения для проведения той или иной операции. Рентгенологическая степень дисплазии не имеет совершенно никакой роли. Опять же, повторюсь, потому что никакой степени дисплазии в 4-месячном возрасте быть еще не может, никаких вторичных изменений нет, рентгенологических изменений нет, при этом сустав нестабильный, и он требует проведения какого-то лечения, чаще всего это лечение хирургическое. Конечно, консервативная терапия существует, о ней я упомянул, очень коротко, это только вспомогательная терапия, которая улучшает качество жизни, и это никоим образом не восстанавливает сустав, по сути, восстановить сустав таблетками нельзя. Можно замаскировать симптомы, отдалить развитие, замедлить развитие этих симптомов, улучшить качество жизни, но никоим образом не вернуть сустав в нормальное положение. Что там входит в консервативную терапию, уже об этом несколько раз не говорилось, контроль веса, противовоспалительные препараты, физиотерапия и так далее. Движение, активный рацион, проверка сладельцев, это все, конечно, подходит в консервативную терапию. Для чего она нужна? Для того, чтобы отложить проявление этой проблемы на более поздний срок. Все, больше, по сути, она ни для чего не годится. То есть снять симптомы здесь и сейчас и дать возможность владельцам с этой проблемой как-то свыкнуться и принять какое-то решение и быть готовым в будущем, что какое-то дополнительное лечение потребуется. Это что нужно для консервативной терапии. Проблема останется, проблема будет развиваться, дисплазия сустава заведомо будет дальше разрушаться, если артрит будет идти каким-то своим там, чередом, мы его только можем немножко замедлить, но проявится ли это какие-то симптомы в будущем или нет, может быть, не проявится. Но владельцы должны быть, по крайней мере, в этом проблеме. Здесь один очень важный момент, который как раз несколько это что-то доставляет неудобства. Есть хорошая альтернатива лечению консервативному, которая весьма положительные результаты дает с точки зрения это все-таки лечение хирургическое, но по степени, так скажем, травматичности и тяжести операция сравнима, не знаю, наверное, со снятием зубного камня. Такая вот операция есть элементарная, которая дает очень хорошую профилактику развития дисплазии суставов тазобедренных. Делается только в 4-месячном возрасте. Поэтому, если у меня есть такая возможность, я буду рекомендовать лечение хирургическое, 4-месячный сорок, а не пытаться каким-то образом ее лечить консервативно. Итак, что же такое хирургическое лечение? По сути, есть три группы операций. Да? Мы остановимся более детально на второй. По первой я прокачусь. Первая группа операций – операция для уменьшения боли, вторая группа – это то, которое относится к нашей сегодняшней теме, это сохраняющая операция, и третья – это отдельный разговор, это тотальная протезирование сустава. Резекция головки бедра – это самая распространенная операция по уменьшению боли. Есть там еще и другие операции, у меня там есть школа мышц, невротомия и так далее. Есть придумано их не один десяток на самом деле. Но суть не меняется, как много лет уже сохраняется тенденция, что резекция головки бедра. Это самая такая распространенная, популярная операция для того, чтобы собаки уменьшили боль. Значит, не может эта собака эти операции, скажем, уменьшение боли, и в том числе и резекция головки бедра, вернуть нормальное биомеханику тазового конечности. Особенно это касается собак крупного размера, а вообще это касается всех животных и кошек, и йоркшир тойф, и мини-чихуа, ни одна собака с резекцией головки бедра не восстанавливает нормальную биомеханику конечности. Вот эта собака, уже показывал, уже на каких-то конференциях, владельцев тазобедренных суставов не беспокоит. Они считают, что собака все отлично. Этой резекции головки бедра 6 лет. Владельцы считают, что все прекрасно. Но вы обратите внимание на объем мышц на лапе удаленной головкой и на второй интактной поверхности лапы. И любой врач, любой ортопед сразу скажет, что левый лапа с резекцией головки бедра, эта собака почти не пользуется. Мышц у нее нет. Она в коже. Да, и владельцы считают, что просто вообще все
все великолепно. А на самом-то деле ни о какой, ни о каком восстановлении биомеханики речи не идет. Исследования на эту тему море. Они все доступны. Они и на русском языке печатались, и в разных журналах, и даже научные работы, и просто русскоязычные институты есть на эту тему. Все однозначно говорят об этом. Но тем не менее, операция на сохранение весьма, весьма большую популярность, потому что дешево, и в каких-то случаях она все же является безальтернативной. Эта операция приемлема в первую очередь с точки зрения владельца. Потому что владелец пытается сравнить то состояние, которое было до операции, с тем состоянием, которое было после операции. До операции сустав болел. У собаки могла быть острая боль, сильная боль. Она вообще не опиралась на боль. Мы переводим боль из острой в хроническую, и владельцу это нравится. Если владельцу нравится, что у собаки боль хроническая, значит он доволен. А вот острую боль владелец не любит. Это мнение владельца. Если врач опять начинает мыслить как владелец, он делает резекцию головки. Если он начинает делать, или не столько делать, сколько рассуждать о проблеме и комментировать эту проблему с точки зрения врача-ортопеда, с точки зрения врача-ортопеда, невосстановление биомеханики – это неприемлемо, конечно. Область применения, область рекомендации к применению резекции головки бедра, когда она действительно является безальтернативной методикой, весьма-весьма мало. По сути, это касается только септических артритов, ну, в какой-то степени новообразования сустава заведомо. Ну, вот, по сути, все. Все остальное может лечить успешно, более успешно, не так сказать, другими способами. И еще раз озвучу этот тезис. С точки зрения восстановления биомеханики, все операции по уменьшению боли – это худший и возможный вариант. Независимо, еще раз говорю, независимо от размера. Потому что когда возникает об этом разговор, ну как же, ёрки, то и не хромают. Они не хромают. У них боль носит такой слабо выраженный характер, что они могут почти не хромать. Но биомеханику они не восстанавливают. Диапазон движения даже у самого маленького чихуа и у кошки не восстанавливается. Объем мышц на лаве средицы бедра не восстанавливается. Нагрузка на передние конечности с оперированной стороны остается высокой, выше ног, выше, чем вторая лапа в течение всей жизни. Это биомеханика, это наука. А мнение владельца устраивает, не устраивает, это мнение владельца. И мнение владельца, мнение врача, это два разных мнения. Поэтому давайте-ка не допускать развития ситуации до такой степени, когда потребуется что-либо в суставе удалять, например, резекцию, а попытаемся все-таки сохранить этот сустав. Благо, есть море, несложный методик, который позволяет нам этот сустав сохранить, оставить его работоспособным в течение всей жизни. Есть несколько таких операций: юнильный симфизиотез, гастропластика и тройная тазовая стеотомия. Это классическая триада операций, классическая кулинарная хирургия, которая позволяет восстановить функцию разрушающегося сустава до такой, которая позволит собаке пользоваться этим суставом в течение всей жизни. И с очень высокой степенью сохранения биомеханики. То есть с нормальным диапазоном, с нормальной силой движения с очень замедленным развитием остеоартрита, если он на тот момент уже явно стартовал. Ну и, конечно, самый простой, самый лучший из всех вариантов, это первый вариант, это ювенильный симфизиотез. Достаточно давно предложена операция, уже, опять же, море исследований на эту тему проведено. Что из себя представляет эта операция, я попробую так вкратце расскажу. Опять же, будет небольшое на эту тему отступление в следующем нашем докладе. Очень ограниченный возраст, когда можно сделать, это только 4 месяца. Ну, для гигантских пород собак считается, что 18 недель приемлемо. 16 недель – это классический возраст оптимальный. Гигантские породы – 18 недель – край. 20 недель – бесполезно. Очень сжатый срок. Малоинвазивная, но менее инвазивная ортопедическая операция вообще сложно принять. Это быстрое, и не просто быстрое, это полное восстановление функции конечности сразу после операции. Сразу. То есть, когда собака снимается с операционного стола, она уходит домой ровно так же, как она приходит.
операционно. Функция конечности восстановлена сразу после операции. Если мы вырежем колтун на ухе, она будет хромать на заднюю лапу? Нет, ну то же самое. Вот по сути мы делаем операцию, не на самом суставе изменяясь, потом работу сустава в долгосрочной перспективе нормализуем. Ну, минимальная стоимость, кроме наркоза и там, не знаю, одной покупки шелкового материала, пару салфеток, для операции не делать никакого расхода. Что это из себя представляет? Применение симфизиодез – это преждевременное раннее закрытие зоны роста полых костей, симфиз. Вот так он выглядит, мы его повреждаем, мы не даем ему расти, симфиз не растет, растет крестец. После таза разворачивается. Мы получаем вот из такой ситуации, когда головка слишком далеко выходит за край сустава, получаем вот такую ситуацию путем естественного роста сустава. Все. Так это выглядит на снимках. Как мы видим, открытый симфиз, молодая собака, симфиз был поврежден, рост кости заблокировался, перестал расти, и сустав из такого состояния, если они подвоих, пришел вот в такое состояние. Естественно, путем не очень быстро. Очень быстро, собственно, из-за этого и делается операция в раннем возрасте, потому что пока мы имеем максимальный пропорциональный рост живого, мы можем получить положительный результат. Если эта операция сделана даже по какой-то ошибке, допустим, нам показалось, что при стартовании положительной анархии и сделали эту операцию, мы не можем никоим образом навредить суставу заднего, вообще никакой. Противопоказания абсолютно эта операция с точки зрения сустава заднего не имеет. Она имеет противопоказания с точки зрения того, что непереносимость наркоза мало ли вдруг, какого-то там анестетика мало ли вдруг. Собака начнет влезать там, этот шов размером 2 см и разъезжен. Ну, ровно нужно мы уже получили, не знаю, при кастрации кота. Симфиз найти несложно. Симфиз лежит непосредственно под кожей. Повредить его можно тем или иным способом. Классически только использование электрокоагулятора. Нет электрокоагулятора, берем чего угодно, выжигаем паяльник, берем спиртов, нагреваем металлический инструмент, прижигаем симфиз. Все. Решение элементарное. Неэффективно. Просто помните, просто 20 недель смысла делать нет. Владельца убедить в операции очень сложно. Большинство не соглашаются, потому что собака на момент операции не хромает. А до стартования для них это какая-то фрикина травма, как это вообще может быть не русский. Хрен знает, как назвал это. Вот так. Если соглашаются, получают положительный результат. Значит, теперь мы попробуем сделать что-то с собаками, которое время мы отпустили. Это будет, допустим, типичный классический пациент с дисплазией изолированного сустава. 5-6-месячный лабрадор. У него явное положительное стартование, у него какая-то степень небольшая хромоты, которая небольшая. На снимке или нет, мы уже увидим минимальные признаки дисплазии изолированного сустава. Одного или двух, неважно, может быть, выставлены одновременно. Что-то надо делать, да, что-то надо делать, потому что клинические проявления хромоты уже есть. В этом возрасте сустав может разрушаться с огромной скоростью, в течение месяца из относительно слабой дисплазии может научиться выехать из сустава. То есть ждать времени у нас особо нет. Если мы начнем принимать противовоспалительные препараты и так далее, то, конечно, клиническое состояние улучшится, но можно лишить собаку шанса на использование собственных суставов. Тройную сетомию таза ее можно, в принципе, и в 5 месяцев ее возможно сделать. Но там тоже есть определенные сложности и с точки зрения и хирургической техники, и оборудования, и технического навыка. Хирург предполагает определенные знания и умения. Ну вот поэтому, собственно, была предложена более простая операция, которую мы можем сделать до того, как собака будет кандидатом однозначно на тройную остеотомию. Но тогда, когда уже поздно делать ювенильный симфизиодез, вот этот промежуток времени, полтора месяца, когда эта операция имеет очень хороший функциональный результат, и мы можем ее вполне рекомендовать, в силу еще и того, что она считается операцией, которая не требует каких-то серьезных знаний, навыков и абсолютно определенного оборудования. Инвазивность средняя, стоимость средняя, сроки восстановления довольно короткие. Операционные ходить начинает животное.
достаточно быстро. Значит, несколько техник в операции. В чем заключается вообще смысл всех этих техник? Мы берем собственный же кусочек кости и помещаем его на дорсальный край в пальцы. Откуда взять кость? Самый удобный кандидат для взятия импланта – это собственная воздушная кость, кровопозвоночная кость, которая несет уже минимальную нагрузку. Доступ к этой части кости достаточно простой, размер ее весьма значительный, и мы можем взять кусочек весьма большого размера и разместить его на суставе. То есть, собственно, сама операция так и называется – реконструкция дорсального края. То есть, мы ее реконструируем за счет собственной же кости. Значит, разница в технике операции заключается в том, что есть несколько, так скажем, моментов, где именно брать сам имплант, как на этом варианте это берется, соответственно, сам край кровопотоки. Здесь второй вариант, когда берется с очень большой поверхности в виде нарезания каких-то незначительных фрагментов. Вот этот конкретный вариант чехи предложили взять и нарезать из кортикала, это монокортикал, то есть не насквозь пропиливается, берется только один кортикальный слой и губчатый слой кости. И нарезается вот такого вот размера полосочки из кости. Вот еще один вариант, это вот классический слоковский вариант, когда берется из крововоздушной кости вот, в виде такого овального или прямоугольного монокусочка, так скажем, монокусочка, который точно так же прикладывается сверху. Значит, нам нужно каким-то образом эту штуку туда закрепить. Вот вариант, который был предложен в 1994 году Слоуном, когда маленькие вот эти кусочки просто пришиваются к капсуле сустава. Где мы возьмем суставную поверхность? Даже часть сустава уже разрушена в момент, когда мы оперируем. Так вот, размещение вот этих имплантов, кусочки собственной кости, подшивание их в капсуле, приводит к тому, что по сути капсула выполняет функцию суставной поверхности. То есть мы берем и увеличиваем суставную поверхность, покрытую плечом, еще на какой-то объем, который создается дополнительными вот этими костными кусочками. Но нам же надо, чтобы они не отторглись, они же будут лежать там в районе свободы, это достаточно подвижная среда, пришивающая материал. Поэтому пространство между этими фрагментами, полосочками, заполняется губчатой костью. Губчатая кость берется ровно в том же месте, где мы взяли кортикальный слой. Взяли кортикальный слой воздушный, там же взяли какой-нибудь шпатель или кюреточку и набрали оттуда же много-много-много губчатой кости. Просверлили один кортикал, чтобы соединить, грубо говоря, губчатую кость, и сделать отверстие в крае впадины для того, чтобы туда тоже заполнить губчатой костью, и мы имели возможность прорасти сосудов. Значит, сверху, соответственно, эти фрагменты, помимо того, что они пришиты, мне кажется, придавлены глубокой ягодичной мышцей. Глубокая ягодичная мышца как бы прижимает их сверху. Я так сделал, мне это не понравилось, потому что шить это, в общем-то, как-то не очень удобно там, и, в общем, как-то странно. Значит, другую собаку я сделал немножко по-другому. Мне подсунули такую картинку из интернета, когда этот костный лоскут делается единичный, прикручивается винтом. Это нерцы. Они сторонники жестких мишеней. Винт это мне больше нравится. Винт я верю. Что материал это какая-то ерунда. А вот винт это уже интересно. Но мне показалось, что одного винта, конечно, недостаточно. Где один винт, там и два. Но два стоят неудобно, поэтому я сделал остальные вверх. Такой третий собак. Еще раз, я результаты одинаково получил при всех операциях. А вчера я нашел этот вариант в интернете, который я сделал с двумя винтами, тоже остальными вверх. Это итальянцы. Итальянцы сделали такую презентацию, где вот такой вот. Они прикрутили такой же точно вертикальный слой к кости двумя винтами. Им это было неудобно, они сделали остеотомию вверх, а вверх его прикрутили винтом. А третья собака, четвертой собаке я сделал двумя винтами без остеотомии вверх. Этого варианта нет. Можно не делать остеотомию вверх, а для этого нужно просто хороший ретрактохомон достаточно большого размера, чтобы отодвинуть глубокую ягодичную мышцу, и робот также получает доступ к
вот сюда, к дорсальному краю впадины. То есть суть операции – взять собственную кость и каким-либо образом закрепить ее на дорсальном краю. Значит, буду ли я делать эту операцию в будущем? Я не знаю, я не уверен. Почему я так говорю? Потому что я очень достаточно часто делаю правильную тазовую стенотомию, все-таки этих пациентов больше. В последнее время все же именно симфизиатез получает большее распространение, и я предпочту эту операцию на более раннем стадии. А если мы имеем дело с тем пациентом, которому не помогла вот эта операция, или не помогла применимый симфизиатез, или тем более, если не помогла тройная стенотомия таза, то существует операция, которая имеет самый лучший биомеханический результат, и это не вот эта операция, которая делалась 50 лет. Это, конечно, операция тазовенного сустава тазовенного, но вот эту презентацию вы видели, и я могу с уверенностью сказать, что таких результатов, как замена сустава, не даст кролик. Когда собака бегает и прыгает, через 8 месяцев операция участвует в соревнованиях по фрисби, не дает ни одна операция. Поэтому, если брать по градации от минимально до максимально, то хуже, чем обезболивающая операция типа резекции головки, нет ничего. Лучше замена сустава тазобедренного, в случае разрушения сустава тоже нет ничего. Потому что что дорсальная артропластика, что тройная стеотомия, начавшийся остеоартрит не останавливает, а не только его замедляет. Юменитный симфизиатез – очень узкие рамки, когда его нужно сделать. Если мы угадали и успели в это время, сделали, все, получили здоровую собаку. А уж диапазон размеров суставов сейчас есть такие, начиная от йорка или кота, заканчивая гигантским тяжелым собакой. То, что у нас на этом суставе, это собаки, собаку калечные. Это постановка. Ну и, собственно, алгоритм, это достаточно давно известен, приведен во многих журналах. Это алгоритм исследования собаки на дисплазию и примерный, что мы можем сделать, в каком возрасте. 4 месяца для стартала реконсидации, нашли его положение, сделали его симфизиатез. Не отрицательно для стартала, не ждем 6-месячного возраста или ориентируемся на клинические проявления хромата. И дальше либо выбираем тройную стеотомию, либо пластику дорсального края, либо в случае тяжелого разрушения, начинает 7-месячного возраста, нужно ставить антропагноз. Все, собственно, на этом, пожалуй, закончу. Спасибо за внимание.